Приветствую, друзья и гости канала. Всем вам огромнейший привет. Сегодня покажу интересный для вас домик. И я покажу один из тех домов. Да, он стоит немножечко подороже на 5 миллионов рублей. Потому что, сразу говорю, цены начинаются от 60 миллионов рублей. И это коттеджный поселок. И это, на секундочку, блин, мне здесь нравится. Итак, почему я рассматриваю именно угловой? Потому что у него получается вот на эту площадь больше. Видите, вот здесь получается. И вот здесь у нас имеется в том числе... И как раз, давайте я покажу, где можно сделать просто перегородку тупо. Вот она. Они, видите, примерно идут все одинаковые. А это вот один домик, давайте мы с вами его рассмотрим. Потому что я считаю, что этот дом самый интересный, я бы переплатил бы. Именно вот в этом случае, я обычно вам говорю, переплатил бы я или не переплатил? Переплатил бы, потому что здесь реально земли получается больше. И зона такая поинтереснее. Ну, в моем понимании это так. Что интересного, что хорошего. Мы находимся с вами... по дороге на Казачий Брод. Здесь, соответственно, можно сделать ту самую прекрасную зону. Здесь у нас находится сердце нашего прекрасного домика, который вы можете купить. Ну и, конечно же, газ, коммуникация, все здесь подключено. Рядышком красивые соседи, навес для автомобиля. В общем, здесь спокойно встают два автомобиля и можете даже не переживать. Да, конечно, здесь Краснополянское шоссе, старое так называемое. Есть определенные вопросы. Шумновато, согласен. Но, знаете, если вдруг хочется, чтобы было не так шумно, то, извините, вам придется выбирать себе какую-нибудь, не знаю, недвижимость, где можно только набраться на лошадях. И там действительно будет тишина, спокойствие, все, как вы любите. Ну, а если вам нужны хорошие подъездные пути, если хочется, чтобы Красная Поляна была недалеко, если хочется одно, другое, третье, четвертое, то, извините, придется с чем-то мириться. Итак, давайте зайдем с вами в дом, посмотрим, что здесь есть. Я, кстати, сюда приехал с женой, потому что мы сейчас с женой четко для себя решили, что, скорее всего, нужно нам дом либо построить, либо купить. Посчитал, сколько обходится дом построить, и думаю, наверное, проще купить. Поэтому смотрю варианты. Если вдруг у моих подписчиков появляются хорошие, классные дома, то обращаемся. Да, и все-таки решили, так же, как и вы, купить с ремонтом, с техникой и с мебелью. Но есть моменты, которые нас не устраивают. Например, я бы хотел, чтобы диван и зомбоящик находился бы с этой стороны. Чтобы немножко больше было простора. А вот с этой стороны, блин, ну, я считаю, что ну, немножко мало места. Мало чем отличается от квартиры, в которой мы живем. Что касается зоны кухни, все устраивает, все прекрасно, все замечательно. Тут вопросов даже и не имею. Опять же, там зона барбекю должна быть. С кухни выходишь на зону барбекю, все логично, все хорошо. Тоже претензий нет. По поводу санузла, который у нас спрятан от взора, я считаю, все нормально, все хорошо. Здесь к санузлу на первом этаже вопросов в принципе не имеем. Единственное, к чему у меня вопросы... Это, конечно же, ну не знаю, мне кажется, диван должен быть где-то находиться с этой стороны. И вот, короче, понимаю прекрасно, что идеальный дом не найти, но я уже, в принципе, один из домов на Высокогорной, недавно вам показывал, уже нашел, где мне прям полностью устроила планировка, как говорится, то, что доктор прописал. Что касается здесь... этого этажа. Жена со мной согласилась полностью. Опять же, может, потому что у нас нет целой кучи детей. Мы с женой все-таки пришли к тому выводу, что нам хотелось бы, чтобы на втором этаже было всего лишь две спальни. Три спальни нам особо и не нужны, по большому счету. Поэтому мы, как говорится, за две спальни. Потому что здесь три спальни получились, но они мало чем отличаются от спален, которые вы можете... все заполучить, например, в какой-нибудь из квартир. Санузел здесь один, но мы все-таки с женой решили, что, наверное, должно быть два санузла, потому что вот здесь, например, видите, все комнаты примерно одинаковые. Но у нас понимание дом, это должна быть хозяйская спальня, это должна быть, соответственно, та самая большая спальня с большой гардеробной, не знаю, как у вас, хоть у нас и нет зимней одежды, хоть у нас и нет зимних сапог и так далее, но при этом у нас почему-то слишком много вещей. И поэтому хочется, чтобы примерно вот такая комната была бы с гардеробной. И опять же, да, если бы я себе планировал,
я бы сделал бы действительно отдельную спальню именно здесь, сделал бы детскую, вот она. А, например, хозяйскую спальню я бы сделал бы, вот эта вся часть была бы совмещенная, чтобы можно было выделить место для гардеробной, чтобы можно было, например, выделить место для санузла, отсюда бы затащил бы, и тогда бы получилось бы то, что мне бы в идеале бы было бы хорошо, прекрасно и замечательно. В целом, вот как бы так. Теперь, что касается эксплуатируемой кровли. Вот сразу скажу, прямо сполирну. Вот сама эксплуатируемая кровля мне понравилась, потому что именно такая концепция, которую вот я бы себе хотел бы. Почему? Ну, смотрите, вот здесь крыша с потрясающим видом на горы. И в конце концов вот такая зона получается, может посидеть, отдохнуть. Не знаю, мне лично понравилось. Вот серьезно говорю. Мне вот лично понравилось, и я даже сейчас поднялся, здесь какая-то прохлада, так все хорошо, прекрасно и замечательно. Не знаю, мне лично понравилось. Вот серьезно говорю, даже вот не буду вам врать, ничего. Здесь тоже, да, какая-то сверху, какая-то часть, какая-то зона, на которую можно выйти, только непонятно, как на нее можно выйти. Ну, во всяком случае, какая-то красивенькая такая, какой-то там свой теренкур имеется. В общем, круто. Круто. Вот с крыши прям, как говорится, то, что нужно. Да, хотелось бы, может, плитку получше, но опять же, видите, вот с этой стороны мы можем сделать, вывести рукомойку. Здесь для канализации. И здесь можно сделать ту самую еще кухню. И вот вам получается летняя кухня. С, не знаю, да, конечно, шум есть. Шум прям напрягает, да, вот это то, что, например, мне на данном этапе мне не нравится. Ну, как бы, блин, конечно, человек такое существо, которое привыкает ко всему. Ну, в моем понимании это шумно. Ну, чем подкупает, да? Вот ты берешь, и сразу же у тебя то самое форелевое хозяйство. Вот тебе река, та самая Мзымта. В общем, все хорошо, все прекрасно и все замечательно. По цене минимальная стоимость 60 миллионов рублей. Опять же, да, кто-то скажет, дорого. Ребят, ну вы получаете с ремонтом, с техникой, с мебелью в коттеджном поселке. И раньше я тоже считал, что дорого. Но многим, например, эта локация зайдет, да. Кто привязан именно к Адлеру, кто привязан к Красной Поляне, вам однозначно понравится. Вот в сегменте 55-60 миллионов, да, вот в этом сегменте, уже есть более-менее нормальные дома с ремонтом, да, и я вот прям совсем недавно вам показал уже как минимум 5 вариантов. Из этой ценовой категории у меня, конечно же, есть свой лидер, который мне пока нравится. Если бы у меня был бы бюджет там 55-60 миллионов рублей, а у меня бюджет в 2 раза меньше, сразу скажу, да, в 2 раза ниже у меня бюджет. Поэтому у меня на дом бюджет 30 миллионов. Вот. Пока у меня на Высокогорный. Если на Высокогорный дом бы стоил бы... Недавно прям показывал, можете прям посмотреть там на 3-4 видео назад. Мне очень понравилось там и бассейн, там и вид на море, и вид на горы, и шикарный ремонт современный, хорошая техника, мебель 54 500 стоит. Мне он очень понравился, все. Но есть люди, которым не нужен центр Сочи, которым наоборот нужно что-нибудь такое. Мне там понравилось, что там тишина, спокойствие, отличные подъездные пути. И в целом, да, но там не коттеджный поселок. Там два примерно одинаковых дома, все. Здесь все равно ты себя больше чувствуешь в коттеджном поселке. И это не может не подкупать. Поэтому, в принципе, многим это тоже понравится. Согласен. Потому что обычно аналогичные дома за эти же деньги вам предлагаются именно черновые. Здесь все-таки ремонт, техника, мебель, все уже сделано. Газ, все это заведено. Поэтому я думаю, что есть смысл... в том числе данный домик рассматривать. В общем, ребят, 60 миллионов, вот этот вот крайний, он самый дорогой, он идет 65, в любом случае имеется и парковка, все есть, ну, например, в случае этого дома можно здесь еще и бассейн сделать, прям хочется сделать здесь бассейн, и тогда это был бы завершенный прикольный дом. Поэтому, ребят, думайте сами, решайте сами. Лично мне понравилось, но, опять же, да, в сегменте 50-60 миллионов уже выбор есть. Уже выбор есть. Поэтому, что вам нравится больше, это уже ваш выбор.
А я только вам показываю. Если вдруг понравился домик, обращаемся, с большим удовольствием помогу вам приобрести. На этом с вами прощаюсь. Всем добра, бобра и пока.